Здравствуйте, товарищи, всех присутствующих, всех, кто нас смотрит сейчас и тех, кто нас будет смотреть в записи, поздравляю со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Наше занятие, посвященное политическим партиям и политическому спектру современной России, проходит как раз в день 7 ноября. Красный день календаря, как говорили в советское время. Сейчас этот день погружен, как вы видите, в пучину молчания. Ни одно буржуазное СМИ ни словом, так сказать, не обмолвилось о том, какое событие произошло 101 год назад. Ровно год назад мы отметили столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Отмечали левые круги достаточно широко. Было проведено несколько конференций, в том числе конференция Красного университета в поселке Ульяновка в августе проходила. Большую конференцию организовала Российская коммунистическая рабочая партия. Международную конференцию с международным участием в течение 2 дней. Приехали представители коммунистических рабочих партий из различных стран мира. Был достаточно представительный форум, интересные доклады. В том числе доклады представила и рабочая партия России Александр Сергеевич Казенов, который читал лекцию, предваряющую наше сегодняшнее семинарское занятие, как раз выступал с докладом о советах. И год назад, наверное, в течение всего прошедшего года, скажем так, в неокрепших умах носилась идея, что значит, столетие, это не случайно, вот-вот должно что-то разразиться, грянуть, так сказать. Но мы видим, что гром грянул, да, грянула пенсионная реформа в частности, а мужик так и не перекрестился. В чем отличие принципиальное ситуации, политической ситуации в России 100 лет назад, уже 101 год назад и сегодня? Если мы обратим внимание на политический спектр партий, которые были представлены 100 лет назад, какие были представлены партии? Были представлены партии крупной буржуазии, да, например, конституционные демократы или кадеты, так называемые. Были партии мелкой буржуазии. Это социалисты-революционеры. Ну и, наконец, рабочий класс тоже был представлен своей партией. Это Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. Вот как раз сегодня мы видим, что класс буржуазии и класс мелкой буржуазии представлены на российской политической арене. Партии буржуазии и мелкой буржуазии присутствуют в политическом спектре, а партия рабочего класса пока, как мы говорим, находится в становлении. То есть, как наличного бытия ее нет. Соответственно, нет у рабочего класса на сегодняшний день такого мощного авангарда, который мог бы послужить субъективным фактором, да, в революционной ситуации. Ну и, наверное, не все признаки революционной ситуации, которые были 100 лет назад, сегодня также присутствуют. Но прежде всего, и об этом надо сказать с сожалением, рабочий класс, к сожалению, пока не сформировал свою партию, партию рабочего класса в истинном понимании этого слова, тот авангард, который повел бы его к победе, к завоеванию политической власти, свержению власти буржуазии, ликвидации частной собственности на средства производства и построению социалистического государства. Поэтому сегодня мы встречаемся не за накрытыми столами, да, как в советские времена, не празднуем, так сказать, победу, а действительно было что праздновать, потому что 7 ноября или 25 октября по старому стилю – это событие
поистине планетарного масштаба. Это впервые в истории произошла победа пролетариата завоеванием политической власти, что и послужило основой для создания первого в мире государства рабочих и крестьян. Государство диктатуры пролетариата. Поэтому сегодня мы не празднуем, а, как говорил Владимир Ильич, лучший способ отметить очередную годовщину – это сосредоточиться на наших нерешенных задачах. Вот нерешенной задачей на сегодняшний день является формирование партии рабочего класса. Без своей партии рабочий класс, к сожалению, и мы видим это на протяжении последних почти 30 лет, не может отстоять свои не только политические, но и самые элементарные экономические интересы. Мы видим, насколько слабо, насколько разрознено рабочее движение, насколько оно носит стихийный характер и, по большому счету, является, мы видим проявление только реакции на какие-то совсем уже, так сказать, какое-то грубое попрание прав и интересов работников, рабочих. Это не выплата заработной платы, причем люди готовы терпеть месяцами, и все это выливается в итоге в самую слабую форму протеста, например, голодовку. Да? Мы не видим крупных забастовок, хотя каждым днем и каждым, скажем так, месяцем мы видим, что постепенно положение экономическое рабочего класса в России ухудшается. Что со всем этим делать? Коммунисты знают, но вот задача формировать партию рабочего класса, соединить научный социализм с рабочим движением, дать лозунг борьбы и дать, так сказать, необходимый импульс для того, чтобы эта борьба действительно приносила свои плоды. Ну, это, так сказать, преамбула. Формат обучения в Красном университете предполагает предполагает взаимодействие, да, то есть это нормальное обучение. Вы слушаете лекцию, вы изучаете самостоятельно литературные источники, и рассказывайте потом нам, преподавателям, то, что вам удалось усвоить. Я напомню, что по окончании Красного университета вы получаете диплом пропагандиста. Это значит, что с этим дипломом, а самое главное, с теми знаниями, с теми навыками, которые вы приобретаете на семинарских занятиях, вам надо будет идти в люди, идти в трудовые коллективы, разговаривать с людьми, убеждать. Поэтому не надо рассматривать вот семинарские занятия как какое-то, так сказать, мучение, какое-то издевательство преподавателей, что они хотят вас помучить, вместо того, чтобы еще что-нибудь рассказать интересное. Нет, это нужно прежде всего вам, для того, чтобы потом и, так сказать, в кругу рабочих, да и служащих, и других всех, так сказать, людей, которые сочувствуют рабочему классу и дело рабочего класса, могли говорить квалифицированно и уверенно, вы с нашими классовыми противниками тоже вступать в дискуссии, аргументировать и не поддаваться на те уловки, те обманы, которые щедро, так сказать, буржуазия рассыпает посредством массовой информации по интернету для того, чтобы затушевать классовую природу общества, классовую природу политических процессов, классовую природу партий. Перед тем, как перейти к непосредственно, так сказать, заслушиванию ваших ответов, я бы хотел обратиться к заочникам. На сегодняшний момент поступило уже 252 ответа. Но вот утром я считал, что я половину уже проверил. Сейчас я вижу, что уже далеко не половину. Ответы продолжают поступать. Прошу никого не волноваться. Значит, мы перешли на новый формат работы с
системы дистанционного обучения. Соответственно, все, кто еще не получил оценку, не получил комментарии по своим ответам, все непременно получат в течение ближайшего времени. К сожалению, в сутках 24 часа, да, и никто не отменял другие, так сказать, процессы работы в том числе. Невозможно такое количество в течение краткого времени просмотреть и, самое главное, неформально, а дать оценку и прокомментировать для того, чтобы человек понял, если он в чем-то не прав, направить, чтобы он мог прочитать, соответственно, исправить то, что, то, в чем он ошибся. Вашему вниманию для ответов были представлены 7 вопросов. Предлагалось ответить на 2 из предложенных вопросов. Многие из тех, кто обучается заочно, ответили на все 7 вопросов. Я думаю, что с учетом того, что сегодня и очно присутствует довольно много людей, мы ограничимся форматом ответа 1 человека на 1 вопрос. Ну и, соответственно, с возможностью дополнения. То есть кто-то начинает, отвечает на первый вопрос. Если есть дополнение, продолжит. Да? Так мы проведем все 7 вопросов. При необходимости, если еще останутся у нас те люди, которые не выступили по тем или иным вопросам, можем этот круг повторить, а потом перейдем к ответу на ваши вопросы, если они у вас появятся в процессе нашего семинарского занятия. Итак, первый вопрос, который был задан. Что такое политическая партия? Пожалуйста, есть желающие ответить по первому вопросу? Этому вопросу была посвящена фактически вся прошлая лекция, да, неделю назад вы ее прослушали. Александр Сергеевич каждый раз немножко с разных сторон эту тему освещает, соответственно, можно было вернуться к лекции прошлогодней, посмотреть, как он трактовал. Кроме того, наверняка многие из вас смотрели лекции Михаила Васильевича Попова, который читает курс в том числе в университете по политологии. Соответственно, вот эта тема, что такое политическая партия, она довольно широко обсуждалась. Соответственно, мы учимся в Красном университете, мы изучаем марксизм-ленинизм, поэтому, естественно, при ответе на этот вопрос мы должны придерживаться марксизма, придерживаться классовой теории. Потому что определений партии в буржуазной политологии очень много. Ну вот один из слушателей насчитал около 200 этих определений, хотя на самом деле большинство из них не является определениями в истинном понимании этого слова. А большая часть направлена на то, чтобы как раз скрыть природу партии, затушевать это и, так сказать, чтобы люди не ориентировались в том, что такое партии, чьи интересы они на самом деле представляют. Пожалуйста, прошу вас. Готов? Ну, у меня краткое. Пожалуйста, выходите, представляйтесь. Меня зовут Павел. Ну, краткое определение, которое я для себя запомнил, это, собственно, звучит так. Политическая партия – это общественная организация, которая борется за государственную власть в том или ином государстве. Ну, это, да, это действительно это краткое определение. Ну, а если, скажем так, партии уже принадлежит власть в государстве, каким образом осуществляется? То есть это борьба за завоевание государственной власти или это что-то другое уже? Борьба за интересы класса, который представляет партия.
Ну, то есть, если партия уже у власти, она продолжает защищать интересы. Потому что борьба всегда внутренняя происходит, внутри, допустим, если коммунистическая партия в нашем государстве победит и станет у власти, настоящая, да, коммунистическая партия, это не означает, что другие партии, другие силы в обществе не будут, так сказать, сопротивляться и так далее. То есть борьба не остановится, и задача партии защищать интересы трудящихся. То есть от определения партии мы приходим к определению политики, да? То есть политика – это борьба классов за что? За завоевание, удержание и осуществление, да? И все эти функции партии выполняют на разных этапах, скажем так, борьбы, да, за власть. Хорошо, спасибо. Меня зовут Камиль. Значит, политика – это способ взаимодействия народа, скажем так, общества с властью. Вот. А политическая партия, кроме того, что товарищ сказал, это, она является авангардом именно класса, который создает эту партию. И она осуществляет именно не только там осуществление именно захвата и удержания власти, именно политическое захвата и удержания власти, но и, соответственно, ведет за собой весь класс. То есть люди постоянно обновляются, соответственно, в класс появляются новые люди, и, соответственно, задача партии именно обучить и направить этих людей в сторону, которая к какому классу принадлежит эта партия, чьему классу, является чем авангардом, и, соответственно, обучить его и их, соответственно, рассказать им их интересы, их желание, что именно этот класс, что этому именно классу необходимо. Вот. В принципе, как-то так. То есть вы расшифровываете понятие авангарда, да? То есть, а любая ли партия любого класса является авангардом? Вот, например, класс буржуазии. Да, сложно себе представить, чтобы класс буржуазии нуждался в том, чтобы партия осуществляла руководство. Каким образом это может быть, может выглядеть, составлять планы, разнарядки на прибыль и так далее? Как это может выглядеть? Все остальные классы, которые представлены, в нашем капиталистическом государстве, они нивелируют, оттеняют именно ту классовую борьбу, которую необходимо вести рабочему классу, чтобы затушевывают ее как-то. Даже пример непосредственно КПРФ, которая находится, соответственно, партия власти, находящаяся в Госдуме, она именно затушевывает факт борьбы, которую необходимо вести, и, соответственно, большим массам, которые, в принципе, голосуют за нее при выборах в Думе и все остальное, им кажется, что они выбирают именно партию, которая представляет их интересы. На самом деле, это не так. И, соответственно, все партии, которые представлены сейчас в партии власти, они предназначены, как мне кажется, для того, чтобы именно власть буржуазии, которая находится сейчас в буржуазии, власть находится, она оттеняла ту необходимость борьбы рабочего класса за свои интересы. Хорошо, спасибо. Меня зовут Алексей. Здесь фактически этот вопрос некоторым образом уводит нас от первого к седьмому вопросу. Сколько может быть коммунистических партий? Здесь, собственно говоря, ответ на этот вопрос, на седьмой, получается, одна коммунистическая партия, потому что она либо будет представлять свой класс, либо не будет представлять свой класс. А вот с буржуазными партиями, мелкобуржуазными партиями вопрос немножечко сложнее. Буржуазные партии могут не представлять весь класс целиком, они могут представлять какую-то часть своего класса, какими-то особыми интересами. И таких групп может быть некоторое количество. Поэтому, в общем-то, мы можем видеть, скажем так, в политическом спектре некоторое количество
буржуазных партий одновременно присутствующих, которые будут продвигать в борьбе своей собственной за власть, именно конкретной группы людей за власть, продвигать свои конкретные особые интересы. В целом, соответствующие интересам буржуазии, но наиболее остро, наиболее четко представляющие интересы какой-то конкретной группы, которая, собственно говоря, эту партию и организует, и ведет. Вот примерно таким образом, наверное, нужно отвечать на этот вопрос. Ну, да, то, что вы говорите, это верно. И действительно, мы забежали вперед и, так сказать, стали отвечать на седьмой вопрос. Но изначально этот вопрос был немножко по-другому сформулирован. Всегда ли партия – это часть класса? Ну, или будем говорить так, обязательно ли в партию того или иного класса входят люди, которые принадлежат непосредственно к этому классу? Не обязательно, да? Безусловно, не обязательно. Они просто должны представлять интерес этого класса, защищать именно этот класс. То есть получается, здесь такое у нас немножко противоречивое, да? Как истина всегда противоречива и конкретно. С одной стороны, партия – это часть класса, но с другой стороны, она может и шире, да, она отдельные лица, то есть она и часть, и не часть одновременно, да, вот такое вот у нас диалектическое получилось определение. Хорошо, еще кто-нибудь хочет добавить по этому вопросу? Бойко Андрей, в ближайшем будущем рабочий класс, пролетариат – это просто будут роботы. И что с этим тогда делать? Кто-то может ответить? Вы готовы ответить на этот вопрос? Я подготовил 10-минутный доклад как раз на эту тему. Но 10 минут мы вам, боюсь, не сможем. Если позволите, я зачитаю. Хорошо, если у нас останется время. На начало второй пары 10 минут. Да. Ну, для начала надо определиться, что такое робот. Что такое робот? Это машина определенная, да, то есть, по сути дела, это то, чем человек опосредствует себя от вещества природы. Он ставит в начале, да, если мы возьмем, так сказать, историю от самых древних дней, поскольку человек от природы обладает достаточно слабыми физическими возможностями, значит, он обязательно был вынужден все время между собой и веществом природы что-то, так сказать, вставлять. Да? Орудие труда. Ну, совершенно верно. Что такое орудие труда? Это часть вещества природы, которое использует человек для взаимодействия с веществом природы. Начиная от палки-копалки, да, и заканчивая, собственно говоря, вот этими роботами. Но суть-то не меняется. Есть человек, который взаимодействует с этим веществом природы, и есть то, чем он это взаимодействие посредствует. Мы никуда не денемся. Даже если будет один человек, который будет управлять всеми роботами на Земле, именно этот человек будет представлять рабочий класс. Вот, не помню, к сожалению, автора этого фантастического рассказа. Ну вот это было. Orwell. Нет, это не Orwell. Значит, суть рассказа сводилась в том, что на планете, на некой планете, был один человек, который занимался канализацией, будем говорить так, да. То есть он был осенизатором. Вот этот человек олицетворял рабочий класс. Никто не соглашался на эту работу из жителей этой планеты. Тогда человек, которого прислали туда инспектором на эту планету, значит, он согласился. И тут человек забастовал. Ну и понятно, что как только он забастовал, жизнь перестала казаться раем жителям этой планеты, которые все ходили чистенькие, естественно, никто физическим, вообще никаким трудом не занимался, только чистым творчеством. Вот тут он забастовал. Тогда этот человек, который прибыл в качестве инспектора, он как бы роль Штрекбрехера сыграл, и он стал, значит, соответственно, исполнять эту работу. И что произошло? Те люди, которые его до этого принимали, которые с ним, так сказать, садились за один стол, беседовали, они мы не можем больше с тобой общаться.
ты стал другим. Понимаете? Вот, вот это квинтэссенция классовой разницы, классовой розни, которая, к сожалению, она сохранится, если не будут уничтожены классы, она сохранится, даже если рабочий класс будет представлен одним единственным человеком. Вот. Ну, это, конечно, так сказать, художественный образ, но тем не менее, значит, всегда рабочий класс будет, да? Для того, чтобы управлять роботами, для того, чтобы этих роботов собирать. Конечно, некоторые фантасты дошли до того, что, так сказать, роботы будут собирать роботов и рожать роботов. Ну, вы знаете, чем обычно заканчивается все это в такого рода антиутопиях. Да? Люди оказываются лишним звеном. Поэтому мы не будем. Это, так сказать, страшилки, это пугалки, и направлены они, понятно, для чего. Для того, чтобы очередной раз рабочий класс, так сказать, припугнуть. Да, что вот вы тут за заработную плату выступаете, за сокращение рабочего времени, а мы вас скоро роботами заменим, всех выгоним на улицу. Так что сидите и не дергайтесь. Вот суть этой всей кампании по роботизации и так далее. По примеру российских предприятий можно сказать, что внедрение новых технологий, внедрение каких-то автоматизированных линий приводит к тому, что люди начинают работать интенсивнее, к сожалению. Да? Вот вместо того, чтобы... Да, производительность повышается, но интенсивность тоже. Это не только в России, не только сейчас. Ну и везде, да, естественно. То есть нагрузка, наоборот, возрастает. Не говоря о том, что по мере роста производительности труда, степень эксплуатации, как вы знаете из экономической теории, да, она растет непрерывно. По определению партии, кто-то хочет еще что-то добавить? Какие мы аспекты партии не рассмотрели? То есть мы рассмотрели, что партия – это организация, да? Это организация единомышленников. Она представляет интересы определенного класса или части класса. При этом члены партии не обязательно являются непосредственно, да, сами могут не принадлежать к этому классу. Наконец, партия как организация борется за государственную власть, либо за ее завоевание, либо удержание и осуществление. Вот эти функции партии выполняет. Что делает буржуазная политология? Она убирает, прежде всего, вот эту классовую природу. Да? То есть она ее, так сказать, отстраняет, что, дескать, не классы, партия, вот как вы начали с чего, что политика – это взаимодействие народа и власти. Не народа и власти. Потому что власть, да, значит, что, ну, то, что есть народ, разбирал подробно, соответственно, Александр Сергеевич, да, а вот природу власти тоже мы разбирали неоднократно, что власть – это машина подавления в руках господствующего класса. Значит, соответственно, мы здесь, речь идет не о народе и власти, да, а о классах, как они борются между собой, как они между собой взаимодействуют. Ну и здесь мы можем перейти уже ко второму вопросу. Какие бывают партии? Кто готов ответить на этот вопрос? Какие бывают партии? Ну, партии можно классифицировать очень многими критериями и просматривать их по характеру преобразований, которые несут. То есть они радикальные или умеренные. Можно просматривать по идеологической составляющей. То есть партии социалистические, коммунистические, там, фашистские, еще какие-то. Но для нас главным критерием является буржуазная эта партия или партия рабочего класса из тех, которые присутствуют в современной России. Все. Густилев Юрий.
Ленин в своей брошюре «Политические партии. Задачи пролетариата» выделил 4 группы партий. Группа А – это партии правее кадетов, представляющие интересы крупных землевладельцев и буржуазии к ним примкнувшие. Группа партий Б – это партии, это кадеты, конституционные демократы, представляющие интересы крупной буржуазии. Группа В – это мелкобуржуазные партии, СДЭКи и СРы, представляющие интересы мелкой буржуазии. И коммунистическая партия, Российская социал-демократическая рабочая партия, партия большевиков, представляющая интересы рабочего класса. Если применить данную классификацию к современной теории, к современному политическому спектру, то, наверное, группу А следует объединить с группой Б, поскольку крупных землевладельцев, имеющих реальный политический масштаб на настоящей истории, нет. Поэтому партии бывают буржуазные, мелкобуржуазные и коммунистическая партия. Замечательно. Хорошо. Евгений Мородвинов. На прошлом занятии, когда лекцию читал профессор Казенов, он помимо буржуазных партий и коммунистических упомянул еще так называемые религиозные партии. И, собственно, поэтому последнему пункту хочется высказаться. Дело в том, что во все времена церковь, как институт человеческий, несет в себе все человеческие недостатки. Во времена феодальные церковь была вторым после монарха феодалом в государстве. Во времена же наши буржуазные церковь ведет себя как буржуазная монополия, наращивая точки своей пропаганды распространения, в общем, розничные свои точки, как любая торговая сеть по всей территории государства, вот, и увеличивая размер своей целевой аудитории, соответственно, дорвавшись в парламент, церковь, на самом деле, будучи буржуазным ныне институтом, отстаивает вовсе не религиозные какие-то цели, а свои буржуазные цели. На этом у меня все. Да. В спектре, в российском политическом спектре какие-то религиозные партии присутствуют? Ну, у нас та же самая справедливая. В парламенте они точно не присутствуют. Или... Нет. От какой партии был кандидат Бабулин? Я не помню просто. И это тоже не религиозная партия. Есть действительно какая-то православная там партия, но я не знаю, где-то там. Не, но в парламенте они не представлены. Ну, в нашем самостоятельном. Совершенно верно. То есть, скажем так. Но это уже следующий вопрос. Нет, ну мы с места мы не говорим. Нет, подождите. Значит, вот вы начали вопрос к вопросу о религиозных партиях. Надо в этом вопросе разобраться, потому что религиозные партии, они в определенных странах, да, и какие-то страны прежде всего, это страны, это Ближний Восток, да, прежде всего, это Ближний Восток и это Африка, в принципе, да, играют очень большую роль. С чем это связано? Несут левые идеи, потому что... Нет, дело не в левых идеях, а дело в том, что в этих обществах сильна религия еще, да, то есть сильная традиция. Ну, еще пока. Ну вот. Мусульманский, поэтому. Да. Значит, и это тоже играет свою роль, безусловно. То есть. Религия в этих странах, она обладает объединяющей силой. Да, там есть определенные течения, там сунниты, шииты, допустим. Соответственно, партии, которые в этих странах существуют, они вынуждены опираться на религиозную идеологию, опираться на религию, потому что иначе никакой поддержки, скажем так, ну, партия, которая провозгласила бы там научный атеизм своим постулатом, да, она, наверное, массовой поддержки не получила бы.
То есть здесь идет обращение к традиционной, к вере, к тому, чем эти люди, живет эта масса людей. И к этому надо относиться с уважением и понимать, что это не просто... Ну да, мы считаем, что это мракобесие. Но для этих людей это образ их жизни, это образ их мысли. Поэтому здесь нельзя действовать так, как там, ранние христиане приходили и в капищах сваливали идолы, и потом удивлялись, почему их волокут куда-то, так сказать, на казнь. Да? А люди не могли... То есть нельзя убедить человека, разрушая на его глазах его святыни. Вот. Значит, но в нашей стране, конечно, религиозные партии, они какой-то существенной политической роли не играют. Непосредственно. Непосредственно, безусловно. Да, безусловно, да. Вот таким образом. Значит, ну, религиозные светские, да, это одна из классификаций, которая встречается, которую можно использовать. Хотя в названиях партий, даже западных, вы знаете, довольно широко. Там те же самые христианские демократы там в Германии. То есть это присутствует. Но это подчеркивает какой-то определенной ценности. Да? То есть это определенный культурный код отсылает человека сразу. Вот говоря о том, какие бывают партии, мы не затронули такой важный аспект, как организационное строение партии. Оно ведь бывает разное. Вы хотите выступить по этому вопросу? Я хотел дополнить. Да, пожалуйста. Что классификация по организационному принципу, она тоже важна. Мы должны понимать, как устроена партия. Есть различия между партией рабочего класса и партией буржуазной стороны. Значит, по вопросу, который конкретно задан сейчас. Партии по организационному характеру могут быть кадровыми и могут быть массовыми. Кадровые партии более характерны, собственно говоря, для буржуазии, для мелкой буржуазии. То есть это конкретные лица, которые представляют интересы, опять же, конкретных групп людей, которые, в принципе, даже, может быть, наверное, можно по именам или, по крайней мере, по организациям перечислить, которые работают за зарплату и которые, собственно говоря, в основном финансируются за счет спонсоров, которые заинтересованы в деятельности конкретной партии. Спонсоров частных, обозначим так. Массовые партии – это партии, которые строятся в части, скажем так, авангарда этих партий, в основном на энтузиазме лидеров, то есть это первичный задел, которые финансируются за счет взносов, которые строятся за счет как бы ячеек и строятся снизу в результате этого. Это по вопросу о организационной структуре. Второй вопрос по поводу необходимости изучения буржуазных классификаций партий. Безусловно, для нас наиболее важным вопросом является классовая принадлежность отдельных партий. Но в контексте, надо нам понимать, что нам однажды придется вступать в реальную борьбу, а не ограничиваться только изучением пропаганды и агитации. В контексте подготовки к такой борьбе нам необходимо понимать, кто наши противники, кто могут быть нашими союзниками на каких-то отдельных, по крайней мере, этапах борьбы, кто является нашими союзниками, но, скажем так, заблуждающимися в своих истинных целях и своих истинных задачах, с кем можно работать. Вот это второй аспект. У меня все. Спасибо. Кто-то хочет дополнить по данному вопросу? Может быть, какую-то классификацию мы не охватили? Но если говорить о буржуазных классификациях, мы говорим о том, что партия имеет классовую природу, а если возьмете любую буржуазную классификацию, то она начинается с чего? Начинается с того, что есть партии классовые, есть партии надклассовые, есть партии межклассовые. Вот кто-нибудь может прокомментировать вот эту классификацию? Пожалуйста. Готовы?
что такое? В ответах заочников такие классификации приводились. Надклассовые, межклассовые партии. С чем связана вот такая классификация? Чем она обусловлена, как вы думаете? Потому что интересно. Строением общества. То есть если есть. Нет, базе, выходим, да. Пожалуйста, из тех, кто не выступал еще. Наверняка вы с этой классификацией, даже если вы не встречались с этой классификацией, вот вы встречаетесь с буржуазным политологом, он говорит, а вот наша партия такая-то. Например, зеленых. Партия зеленых, например, да, или партия «Единая Россия», например. Вот партия «Единая Россия», она что, вот если вы посмотрите ее программу, есть что написано, что она представляет интересы крупной буржуазии? Или там прямо с прямым текстом написано, что она отстаивает их интересы классовые? Там ни слова вы про класс не найдете никакого. Любая буржуазная партия, она себя позиционирует, кроме каких-то партий, может быть, которые вот узко такие специализированные, будем говорить. Она говорит о том, что эта партия представляет интересы всего народа. Как и любой политик, собственно говоря, особенно в предвыборный период. О чем он печется-то, прежде всего? О благе народа. Даже когда вводили эту пенсионную реформу, так называемую, о чем всем говорили? Что вот не введем, будет плохо всему народу. Всем будет плохо. Поэтому исключительно для блага. Значит, соответственно, если мы посмотрим на состав социальный той же самой «Единой России», кого там только и нет, собственно говоря. Ну, конечно, что там так много представителей крупной буржуазии в ней. Ну, туда входят, например, вот были в приказном порядке введены руководители всех детских дошкольных учреждений, например. Всех школ практически. Ну, за школы не ручаюсь, за детские учреждения ручаюсь. Обязали вступить в «Единую Россию». Явно не представители крупной буржуазии. Там есть певцы, музыканты, там спортсмены, кто угодно. Соответственно, если мы посмотрим со стороны, это прямо так, не то что межклассы, вообще все социальные группы, то есть это партия... всех, да, представители народа, и лучшие причем представители. Соответственно, мы должны быть бдительными в этом плане. Для чего это все делается? Естественно, для того, чтобы скрыть природу классовую, скрыть то, в чьих интересах. А Владимир Ильич Ленин учил нас, когда этого и Маркс, и Энгельс, что за любыми политическими проявлениями, за любыми партиями, за любыми событиями мы должны видеть всегда интересы того класса, которому это выгодно. Вот когда мы это, так сказать, зрение отточим, тогда все эти буржуазные классификации, они как шелуха, так сказать, будем проходить через них как нож сквозь масло. Так все, что вы сейчас сказали, это же относится к религиозным партиям. Что у них ширма, как явление, она снаружи, где они говорят все время про религию и культивируют идеологическое сознание своих, своих избирателях. Тем временем, сущность партии, они отстаивают свои классовые интересы. Это же просто обман. То, что с зелеными, то же самое с религиозной партией. Любая партия, кроме коммунистической партии, которой не надо скрывать свою классовую природу и скрывать свою программную направленность, да? Как пишет Маркс в манифесте, что мы не считаем нужным скрывать то, чего мы добиваемся. Все остальные партии, безусловно, они должны маскироваться, скрывать свои истинные намерения. Это, так сказать, искусство, то, что составляет в политике искусство. Как людей заставить поверить в
то, что вам нужно, и следовать не своим собственным интересам, а интересам того, кто вот это все пропагандирует. Ну, я думаю, что мы можем перед перерывом рассмотреть еще один вопрос. Какие партии есть в современной России? Пожалуйста. Вопрос несложный. Вопрос, с одной стороны, вроде как несложный, с другой стороны, он вызывает некоторые разночтения. Например, в ответах заочных слушателей приводился, да, вот основной спектр приводится политических партий, основные партии, особенно парламентские. А вот их классовая принадлежность, она, скажем так, гуляет, да, то есть некоторые, ну, в отношении «Единой России» мнение едино, а вот в отношении трех остальных из крупнейших парламентских партий, вот здесь мнения ученых, как говорится, разделились. Кто-то может выступить сейчас по этому вопросу? По парламентским партиям, вот прямо пройтись по основным нашим. Да, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Буржуазные партии – это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. А мелкобуржуазная партия – это КПРФ. Вот, а у рабочих пока нет своей партии, она находится в стадии становления. Вот, а все остальные, на самом деле сейчас, по-моему, 64 партии, и все остальные партии – это, получается, мелкобуржуазные партии. Не все мелкобуржуазные. А партия «Яблоко», например? Ну, наверное, скорее всего, партия правящего класса тоже. Ну, не правящего, а там уже тоже крупной буржуазии, но не отечественной в некотором роде. Якобы оппозиция, нет? Хорошо, ну вот хорошо, я согласен с данной вами характеристикой. Ну а я вот, например, не верю вам, что «Единая Россия» является партией крупной буржуазии. Ну, вот чем вы можете доказать? Доказательством являются дела этой партии. Ну, то как дела? Вот есть Объединенный Народный фронт, знаете, такую организацию. Вот они ездят по селам и весям, разыскивают, где какие нарушения, значит, устраняют это все публично. То есть они такое благое дело для народа делают. Но это маленькие дела. Ну, это нужно делать, потому что иначе просто народ не будет доверять. Потому что уже так много делается против народа. То есть, если посмотреть на дела этой партии, то все законы, которые принимаются именно этой партии, потому что она составляет большинство, они играют на руку как раз правящему классу. Вот. Ну хорошо, вот, допустим, с «Единой Россией» меня убедили, а «Справедливая Россия», они же выступают за уменьшение социального неравенства, да, то есть они за повышение зарплат, чтобы все зарплаты были большие, пенсии были такие же, как зарплаты. Иногда то есть у них роль такой оппозиции парламентской. Это тоже очень удобная партия, которая говорит одно, а по существу голосует зачастую как раз тоже за те законы, которые выгодны буржуазии. То же самое ЛДПР, они постоянно говорят о том, что они против, да, но голосуют, то есть Жириновскому дано такое право говорить о чем угодно, спорить, драться, но в решающий момент все знают, что его партия проголосует так, как нужно. Все они защищают частную собственность на средства производства. И сама структура парламента у нас такая, что основная партия «Единая Россия» и любой закон она может принять независимо от как бы Да, и на самом деле Жириновский знал тоже, зачастую он знает о том, что он может поспорить, может покричать, и все равно большинством голосов он уже заранее знает, что будет принят нужный закон. Не осуществляется с парламентской трибуны, то есть ну, одним из критерий именно отсутствия партии рабочего класса, это нет в парламенте именно пропаганды, ну, то есть как ну, за интересы рабочего класса никто не выступает. Открыто именно говоря о том, что да, необходимо, что соответственно то, что происходит, это
ну, какое-то нарушение и, ну, беспредел, в принципе, какой-то творится в соответственно жизни. Никто не понял. То есть трибуна парламентская. Ну, это не могут допустить, да? Просто такую мысль. Ну, допустить не могут, как бы вообще не запретили. Хорошо. Ну, как бы. Коммунистические партии, как на Украине. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Может быть, кто-то хочет из тех, кто еще не выступал? Просто у нас одни и те же товарищи активные выступают. Да, пожалуйста. Хорошо. Не вижу смысла сейчас ломать копии, определять, какая партия мелкобуржуазная, какая буржуазная, потому что всю эту мелкую буржуазию сможет легко переманить на свою сторону деньгами. То есть это не проблема, я считаю. Нет, смысл в том, чтобы, если появится возможность, воспользоваться ими как для решения своих задач, то есть как бы попытаться их переубедить, даже не просто переманить, перекупить, а попытаться как-то переубедить. Ну, так как это в одну сторону, но точно так же и да. Ну, давайте не с места все-таки, да, если есть совсем короткие ремарки, да, но если вы хотите выступить. Короткая ремарка, собственно говоря, так же коммунистические силы могут буржуазию убедить в совпадении ее интересов с интересами рабочего класса. Это как интересно. Интересно. Значит, при капитализме, как писал Владимир Ильич, все решается по силе. Если у вас есть сила, значит, вы можете кого-то убедить. Как рабочий класс может убедить буржуазию сократить рабочий день? Каким образом? Показав свою забастовку. Да, показав забастовку. То есть сократив рабочий день, фактически, при помощи забастовок, в форме сокращения рабочего дня, он может убедить, да, буржуазию в конечном итоге принять это в качестве нормы буржуазного права. Если анализировать ответы заочников, действительно, в отношении Единой России разночтений не было. Справедливую Россию и ЛДПР, соответственно, часть слушателей отнесла к мелкобуржуазным партиям. Ну, здесь, конечно, они не правы, потому что это партии все-таки представляют интересы крупной буржуазии. Преимущественно, хотя определенные, конечно, реверансы в сторону трудящихся делает практически любая партия. Да, любая партия. Кроме того, мы будем разбирать политический спектр еще. Соответственно, в рамках буржуазного парламента тоже представлены разные партии, которые различаются по идеологии, по степени радикальности своих взглядов, в том числе и на социальные проблемы. Поэтому здесь вот возникают некоторые разночтения. Ну и, наконец, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Вот кто-то может выступить с характеристикой Коммунистической партии Российской Федерации? Я поясню, почему. Этот вопрос оказался довольно сложным, потому что некоторые слушатели, например, считают эту партию коммунистической и прямо отвечая на вопрос о программных целях коммунистической партии, они цитировали прямо программу КПРФ, например. Ряд слушателей отнес к КПРФ к мелкобуржуазным партиям. Ряд слушателей к буржуазным. То есть это получается у нас одна в трех лицах партия. Так все-таки какая же это партия? Давайте проведем небольшое голосование. Кто считает из присутствующих, что Коммунистическая партия Российской Федерации является партией коммунистической? Не только по названию, но и по сути, то есть партии рабочего класса. Так. Нет таких. Так, кто считает, что КПРФ является партией буржуазной? Крупной? Считаем. Да, да. Буржуазии. Ну, буржуазии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 человек.
Так, кто считает, что КПРФ является партией мелкой буржуазии или мелкобуржуазной партией? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, победила, как всегда, крупная буржуазия. Ну, не как всегда, да, в политической борьбе на, скажем так, капиталистическом обществе. Вот этот вопрос, тем не менее, требует рассмотрения, потому что партия КПРФ по своей программе, как писали некоторые наши служители, она считает себя правопреемницей КПСС, то есть она продолжает дело партии Ленина-Сталина. Соответственно, даже непонятно, почему такая возникла идея, что эта партия буржуазная, то есть до чего мы дошли в нашем университете, что партия, продолжающая дело Ленина-Сталина, стали считать буржуазной. Что же такое произошло с этой партией? Почему мы стали считать ее буржуазной? Или почему она стала буржуазной? Кто готов ответить на этот вопрос? Ну, пожалуйста. Выходите. Дело в том, что по своей программе эта партия действительно заявляет такие, делает заявления от рабочего класса. Но на самом деле, судя по их деятельности, видно, что эта партия за мелкую буржуазию. И даже вот выдвинув кандидата на последние выборы Грудинина, она проявила себя как, именно как крупнобуржуазная партия. Вот. Так что можно сказать, что она перешла из мелкой буржуазной партии в партию крупной буржуазии. Потом, ну, как бы стала принадлежать крупной буржуазии, защищать ее интересы. Вот. Потом они говорят постоянно о народовласти, а это, ну, самая настоящая хрущевщина. То есть они не за диктатуру пролетариата, ни разу от них не было слышно вот этого призыва. Что они, ну, один раз было, почему? Года три назад они высказались на эту тему, да. Ну, может быть, это звучит очень скромно, но на самом деле на поверку об этом никто не говорит. Для специалистов они сказали, скажем. Да-да. И для широкой публики, и для специалистов. Получается, то есть по своим заявлениям, может быть, она и партия рабочего класса, но по сути это партия буржуазная. Спасибо. Они очень удобны тоже, опять же, правящему классу, они играют роль такой системной оппозиции. И уводят миллионы. Роль канализации. Уводят миллионы за собой. Хорошо, спасибо. Кто-то хочет добавить еще по поводу КПРФ? Хотел высказаться по поводу того, что КПРФ не может быть партией, представляющей интересы мелкой буржуазии, так как империализм наступил еще на нашей планете примерно сотню лет назад, еще во времена Ленина. Вся экономика уже давно монополизирована и представлена в парламентах партиями, представляющими крупную буржуазию, а так называемые мелкие предприниматели, ну и всякие разновидности мелкой буржуазии, они для крупного капитала выступает только кормом. Поэтому не может быть, чтобы в парламенте интересы мелкой буржуазии представлял какой-то партия. Это все равно, что там партия каких-то будет коров или куриц выступать за их права. Они являются кормом. Они не могут. Ну, не могу с вами согласиться. Перерыв? Да, пока мы пошли разговор о еде, надо сделать перерыв. Хорошо. Не может являться партией мелкой буржуазии, потому что мелкая буржуазия вообще представляет из себя что-то такое совсем. Препитательная субстанция. Так, да. Ну, во-первых, начнем с того, что это люди. Да? Поэтому люди у нас людьми так вот непосредственно не питаются. Под кормом, в кавычках, можно понимать, что
по мере, так сказать, роста, да, там, если мелкая буржуазия пытается расти, крупная буржуазия ее бизнес кушает и тем самым укрупняется. Да. На самом деле здесь вопрос более сложный. И Маркс, допустим, предполагал, что мелкая буржуазия должна полностью исчезнуть в связи с развитием капитализма, то есть места ей не останется. Крупное машинное производство, повышение производительности труда приведет к тому, что мелкий труд мелких собственников, он будет неэффективен, и они в итоге разорятся и упадут полностью в ряды пролетариата. Ну, а кто-то, может быть, из них станет крупной буржуазией. Что произошло? Конкуренция привела к возникновению монополий. Монополии все более укрупнялись, стали контролировать все экономические процессы и в том числе государственную власть. Монополии, получив главенствующее место на рынке, стали задирать цены. То есть, если раньше во время капитализма свободной конкуренции цены регулировались на основе соотношения спроса и предложения, то сейчас цена определяется монополией. То есть они назначают свою цену, соответственно, цены постоянно повышают, и наступает определенный момент, когда мелкое производство снова становится выгодным. То есть цены задраны настолько высоко, что можно производить и продавать дешевле, потому что себестоимость вот этого производства, да, или издержки этого производства, они значительно меньше, чем та цена, по которой эти товары продаются. Поэтому мелкая буржуазия никуда не делась, и, как говорят ученые, она живет в порах крупной буржуазии, то есть она вот этого капиталистического производства. Это класс противоречивый, класс, который соединяет в себе черты трудящихся, с одной стороны, потому что они непосредственно своим трудом зарабатывают себе на жизнь, но и, с другой стороны, они являются собственниками средств производства, поэтому имеют черты, характерные для буржуазии. То есть это класс такой вот промежуточный, класс противоречивый. Соответственно, интересы его противоречивы. С одной стороны, как трудящиеся, они заинтересованы, как и рабочий класс, там, в сокращении рабочего времени, улучшении условий труда. Да. А с другой стороны, плох тот мелкий буржуа, который не стремится стать крупным. То есть в идеале, что он должен сделать? Он должен превратиться в собственника средств производства, который уже сам не трудится, а нанимает наемных работников. Соответственно, получает прибавочную стоимость от наемного труда. И вот все эти черты, они находят выражение в идеологии, соответственно, мелкой буржуазии. То есть они выступают за собственность, но выступают, с другой стороны, и отчасти за интересы людей труда. Все это мы видим, в принципе, в программе КПРФ. Конечно, ни о какой диктатуре пролетариата там речи не идет. Они себя позиционируют как партию трудящихся, а трудящиеся, как мы знаем, это и рабочий класс, и мелкая буржуазия. Они все трудятся. Но действительно, события вот последнего времени, особенности выборы, они показали, что, собственно говоря, все те процессы, которые характерны для класса мелкой буржуазии, они характерны и для его партии. В качестве кандидатов на пост буржуазного государства выдвинут был крупный собственник. Ну, не говоря же о том, что в самой коммунистической партии тоже, в общем-то, достаточно много людей, которые
Люди не бедные, будем говорить так, да, далеко. Но самое главное, что почему она не может считаться коммунистической? Потому что основное программное требование коммунистической партии, это мы будем разбирать в седьмом вопросе. Так, товарищи, следующий вопрос, который мы должны рассмотреть. Что такое политический спектр? Ну и сразу, наверное, затронем вопрос, какое место в этом политическом спектре занимает коммунистическая партия. Здесь в ответах заочников встретились определенные разногласия. У них я скажу, то, что из себя представляет политический спектр, в общем-то, все представляют себе достаточно четко. Ну, каждый видел спектр, да, там, радугу. Вот это пример спектра. То есть разложить на определенные группы в зависимости от идеологии, от степени радикальности политических воззрений. Пожалуйста, кто может выступить по данному вопросу на дальних рядах? Товарищи, активнее. Я так понимаю, что вы уже привыкли к тому, что идет разбор заданий ответов заочников, да? Ну вот, не получится отсидеться сегодня за спинами заочников. Вы товарищи. Ну, вы уже отвечали неоднократно. Я понял, что вы в эту тему уже перепахали вдоль и поперек. Товарищи, активнее, пожалуйста. Насущная тема. Тема насущная, но тема политического спектра, я думаю, что она такая достаточно нейтральная. В общем, можно по этому поводу высказаться. Михаил Петрович есть лекция. Михаил Васильевич? Михаил Васильевич Попов есть лекция. Есть. Спектр, там он очень четко разложил. Есть лекция «Политический очень спектр». Кратко. Совершенно верно. И пожалуйста. Поскольку мы с одной стороны изучаем марксизм, соответственно, марксистскую теорию, и с другой стороны живем все-таки в буржуазном мире, попробуем рассмотреть этот вопрос, собственно говоря, с двух сторон, поскольку нам, опять же, для дискуссии будет полезно с обеих сторон его и рассматривать. Начнем как бы с рассмотрения политического спектра, что называется, с классовой позиции. Ну, здесь все достаточно просто. Политический спектр представлен тремя частями. Крайняя правая часть – крупная буржуазия, крупнобуржуазные партии. Средняя часть – это мелкобуржуазные партии. И левая часть – должны быть там коммунистические партии или коммунистические силы. На сегодняшний день именно партия крупная, за которой идет значительная часть класса отсутствует, но коммунистической партии место, собственно говоря, там. Это вопрос, значит, с точки зрения классовой теории. С точки зрения буржуазной теории... Вот вы уверены, что мелкобуржуазные партии, они занимают именно среднюю часть политического спектра? Если взять вот партии по числе, по их числу, по весу, политической жизни, то, в общем-то, здесь большую часть политического спектра какие партии будут представлять? Ну, безусловно, буржуазные, крупнобуржуазные. То есть, если мы представим там в виде полосок это все, да, то есть широкие полоски будут партии буржуазные, нет, да? Они будут практически справа. А именно самая широкая полоска, именно самую широкую полосу спектра будут занимать как раз вот эти вот мелкобуржуазные вещи все. То есть крупнобуржуазные партии будут концентрироваться справа. Мелкая буржуазия, поскольку мы уже говорили, что у нее интересы весьма разбросаны, она будет широко сидеть. И слева будет коммунистическая партия. Но это если мы рассматриваем в рамках одной, что называется, оси. Ну, в отношении... Координатов-то более точно можно определить? Вот, это с точки зрения классовой борьбы. От класса крупной буржуазии до класса рабочих, трудящихся, говорим так.
Трудящиеся у нас есть разные, в общем-то говоря. Это мы тоже уже рассматривали. Ну, а с идеологической точки зрения, вот... Вот рабочих-то больше намного, чем... Вопрос нет, вопрос как бы... Где вообще-то политический спектр был определен на основании Французской революции, на условной геометрической оси, где было правые, централисты и левые. Левые – это ближе в социальной части, правые – националисты, центральные в себе все совмещающие. Коммунистическая оппозиция крайне левой. Все. А классы, это, извиняюсь, у тебя может быть классы как и там они все в одном. Здесь уже надо вертикально смотреть. Вот, а теперь, вот собственно говоря, нет, мы если рассматриваем... Я думаю, что вам надо будет выступить отдельно. То есть вы считаете, что классовая структура, она воспроизводится и в политическом спектре? Я считаю, что она воспроизводится в нормальном распределении. Ну, чего же никто не выступает? В некотором роде да. В общем-то говоря, так оно, наверное, и есть. То есть у нас есть люди, которые точно заинтересованы в правых идеях, то есть максимальных идеях, скажем так, максимальной экономической свободы, максимальной реализации буржуазных, крупнобуржуазных интересов есть, понятно. Ну, должны быть, опять же, силы, которые заинтересованы максимально именно в социалистических, в реализации интересов рабочих, есть некоторая средняя часть политического спектра, которая имеет признаки как той, так как того, так и другого интереса. По количеству, если партий, по абсолютному количеству партий вести, то, конечно, больше всего будет партий для вот этой средней части. Я позволю с вами не согласиться, потому что мелкая буржуазия, поскольку она не имеет нормальной идеологии в силу противоречивости своей природы, да, она вообще создает в основном такой белый шум. Ну, вот, собственно, мишур, да? То есть нельзя ее... И совершенно не обязательно, что партия мелкой буржуазии окажется слева. Она может оказаться в любом, на самом деле, месте. Основную часть спектра все-таки составляют, и в том числе центральную, составляют партии буржуазные. Партии буржуазные. Это практически неизбежно. Это в контексте кое-каких осей? Да, в контексте осей именно, так сказать, то, что вы говорите, между интересами класса буржуазии и класса трудящихся. Потому что если мы говорим о мелкой буржуазии, то ее идеи могут быть, да и зачастую являются весьма реакционными на самом деле. Ну, если вы выступаете за свободную конкуренцию, за мелкий бизнес и так далее. Если мы рассматриваем в двух осях. Если в двух осях, то там, да, действительно будет совсем другая картина. Там будет большую часть спектра именно в квадрате занимать крупная буржуазия, просто потому что ее больше. Понятно. Хорошо. Спасибо. Кто-то хочет еще выступить? Говоря, я хотел в контексте этого обговорить, потому что там же вопрос еще второй был, где находится коммунистическая партия. Вы сказали, что это в контексте однолинейного. Но если рассматривать как бы в контексте двух линий, то есть экономической свободы, так называемой, и идеологической свободы, то там получается картина немножечко другая, как говоря. Так, интересно. Это вы уже рассматриваете в виде по двум осям, да? В виде квадрата такого распределения. То есть от авторитаризма до так называемого либерализма, то есть абсолютной свободы. А что такое авторитаризм? Государственный контроль? Наверное, консерватизм. Консерватизм и либерализм. Это с точки зрения экономической. Нет. Абсолютно экономической, левый и правый либерализм. Значит, товарищи, да. Интересно, я не думал, что вызовет такую дискуссию на самом деле. Когда мы говорим о спектре, вы совершенно правы, что надо определиться с осями. Татьяна Валерьевна об этом тоже говорит. Значит, давайте сначала рассмотрим все-таки по одной оси. Что у нас должно находиться в центре спектра? За что выступают центристские партии? Центристская партия. Оттуда и оттуда немножечко. Нет, что значит оттуда и оттуда? Свобода, нет, подождите, свобода. Значит, уменьшение налогов. Вообще, что такое центр? В центре какие партии? Умеренный, консерватив. Что такое консерватизм? Сохранять как есть. Сохранение того, что есть, так сказать, сохранение статуса кво.
А это не уже не другая ось? Нет, почему нет, другая? Это нет, это как раз та самая ось. Это продержание завоеванной власти. Ее же надо удерживать. Совершенно верно. Сохранение. Да? Если, то есть, если коммунистическая партия придет, она в своем роде тоже будет консерватором пока. С коммунистической партией там отдельно. Там никакого спектра. Спектр, да. Один цвет красный. Совершенно верно. Спектр, это мы... Значит, смотрите, вопрос по... То есть с центром мы более-менее определились. Значит, это консервативные партии, которые отстаивают, да. Надо говорить буржуазные консервативные. Ну, естественно, буржуазные, конечно. Потому что все почему-то слово буржуазные как-то упускают. Надо. Вообще, строго говоря, вот мне понравилось, партии. Мне понравилось в одном из ответов наших слушателей, который написал следующим образом, что вообще политический спектр относится к партиям буржуазным. А коммунистическая партия, она находится вне этого спектра, вне спектра буржуазной политической жизни, на самом деле, да. То есть мы с точки зрения идеологии, мы можем ее в этот как-то вписать, хотя на самом деле, между любой буржуазной партией, да и мелкой буржуазной, и коммунистической партией находится пропасть, потому что коммунистическая партия выступает вообще за слом существующей политической системы полностью. И переход власти от одного класса, от класса буржуазии, к другому классу. Вот. Значит, вот консервативные партии. У нас в России какая партия может считаться более-менее такой консервативной? Некоторым образом Единая Россия может, в принципе, считаться. В первую очередь. А какая еще? А какая? ЛДПР? Правее. Ну, вообще-то говоря, есть отдельные силы, только они, может быть, отдельную партию политически представленную непосредственно в парламенте не имеют. Да. Потому что они включаются в ту же Единую Россию. Та же самая партия, там, Парнас, например. Ну и так далее. То есть нет. Значит, она настолько большая, да, что выползает за пределы центра, свешивается, я бы сказал. С двух сторон. Так, хорошо. Вот это консервативные партии. Что тогда будем считать правыми? Те, которые... Признак правения в чем выражается? Вот либеральные партии, так называемые, они... экономические либеральные партии, они правее или левее от центра? Они, разумеется, правее от центра. Почему они правее центра находятся? Потому что они заинтересованы, собственно говоря, в, скажем так, усугублении давления буржуазии. Потому что не за экономическую свободу, а экономическая свобода здесь означает формирование цен, грубо говоря, теми самыми капиталистами. То есть это и есть правый интерес. Просто словом таким либеральным назван. Фашистские партии они занимают там крайне, да? А перед ними национализм. То есть, но здесь надо понимать, что не только идеологические интересы существуют, а параллельно существовать должны и интересы экономические, если мы по одной оси рассматриваем. То есть рассматривать в этом случае только идеологический вопрос будет как минимум неправильно. То есть экономическая свобода – отсутствие контроля государства над экономикой. Вот остальное – это уже инструменты. То есть скорее национализм и фашизм – это инструмент, а не идея. Национализм и фашизм не могут соседствовать справа с либерализмом. Почему они не могут? Дело в том, что смотрите, ведь государство выступает по Марксу в качестве чего? Инструмента насилия правящего класса. С одной стороны, да, но с другой стороны, это выход из непримиримой классовой борьбы. Да? То есть это общество порождает из себя государство в результате классовой борьбы, потому что если бы не было государства, классы бы что сделали? Уничтожили бы друг друга, совершенно верно. То есть оно позволяет подавляя, естественно, класс, но оно предотвращает уничтожение одного класса другим. Вот, в принципе, консервативные партии, они как раз выражают, точку зрения государства, да, государственности.
Да, это машина, но машина, вы знаете, те, кто знаком с Грамши, что не на одном насилии держится, да, есть гегемония так называемая, в том числе в идеологическом плане. И когда мы смещаемся в правую сторону, значит, начинают преобладать интересы какого? Правящего класса. Да, то есть чем ближе к правому краю, тем больше угнетаются интересы класса угнетенного, ущемляются, да, и тем шире становятся возможности для угнетения. То есть мы рассматриваем ось именно стабильности, грубо говоря, действующей системы. Это, безусловно, это влияет на стабильность. Здесь речь не идет не о стабильности. Смотрите, вот есть консервативные партии. Они предусматривают, что государство играет роль регулирующего. Ну, в данном, так сказать, политическом контексте, что государство вмешивается, оно регулирует. Либералы выступают за то, чтобы государство не вмешивалось. Значит, соответственно, собственники творили все, что хотели. Да. Следующий шаг, когда государство находится полностью в руках крупных собственников и фактически исполняет то, что делает, их волю. Это что такое? Вот это диктатура, прямая, открытая террористическая диктатура. Поэтому от либерализма до фашизма, на самом деле, да, они не по разные стороны находятся от центра. Они находятся рядышком как раз. Да. Один из буржуазных философов так и сказал, что фашизм — это гипертрофированный либерализм. Да. Ну, собственно говоря, если рассматривать в двухосевой системе, то они по некоторым аспектам просто с разных сторон. Вторую ось мы пока не берем. Давайте, значит, с правым краем мы определились. Давайте теперь двигаться от центра влево. Ну, слева от центра тоже находятся некие буржуазные партии, наверное, да? Да. За что выступают, скажем так, партии в этом смысле буржуазии, которые, с одной стороны, в целом за сохранение действующей ситуации, но смягчение диктатуры крупной буржуазии. Каким образом это проявляется? В чем это проявляется? За счет усиления конкуренции, например, в экономике. То есть вмешательство государства в, например, антимонопольное законодательство ужесточать, заставлять делиться патентами, там, допустим, и так далее. То есть повышение уровня социального обеспечения, в том числе и трудящихся, с одной стороны, с другой стороны, смягчение уровня давления конкуренции в экономической сфере, в идеологической сфере. Увеличение доли государственной собственности. Угу. Ну и вот так называемые социалистические партии, да, вот куда бы вы их отнесли? Ну, в этом случае они действительно выходят за пределы этого спектра. Почему? Социалистические партии. Почему? Они слева. Партии. Да, они слева от центра, но это партии там буржуазные все равно. Они же за диктатуру пролетариата. Социалистические, да. То есть они выступают за уменьшение неравенства имущественного, в том числе расслоения. Да? Вот только это уже касается, да, не только буржуазии, но уже и тех, кто этой самой буржуазии угнетается. Да. Но цель в конечном итоге этих партий одна. Это все равно сохранение существующего устройства, сохранение частной собственности. Дальше, если мы будем двигаться, что мы ближе к левому краю, что мы обнаружим? Дальше мы уже обнаружить можем как раз национализм. Слева? Справа национализм. Ну, национализм все-таки это, наверное, это, скажем так, это окраска идеологическая определенная, да? Да. Значит, либерализм. А вот что? Ну, то есть полная ликвидация, собственно говоря, власти, но в другую сторону. Полное уравнение всех. Наоборот, усиление государственного. Ну, вот смотрите, в ответах на вопросы, на этот вопрос и на следующий вопрос о месте коммунистической партии. Может быть, кто-то еще? Мы вас так вот все время допрашиваем. Ничего страшного. С пристрастием. Ничего
стоит для камеры. Ничего страшного. Там все спокойно сидят. Понятно, понятно. За вами, как за каменной стеной. Значит, смотрите, встретилось два суждения. Кто находится на крайне левом, крайне левой позиции? Значит, ряд слушателей писали о том, что коммунистическая партия занимает крайне левое положение. Ряд слушателей написали, что занимают это место анархисты. Ну, это коммунисты. То есть анархисты находятся, ну, вроде как, почему бы анархистам не быть самыми, так сказать, самыми левыми. Да, они выступают вообще за отмену всякой власти, за полную свободу. Что здесь не так? Радикализм должен быть. Не должен быть радикальным. Мы же сказали, что на крайне правой стороне находится. Ну давайте мы вас отпустим все-таки. Какой-нибудь другого подавка. Да, да. Хорошо. Кто готов? Спасибо. Кто готов осветить нам крайний левый фланг? Кто готов? Пожалуйста. Ну я понимаю, что справа там вот. Чем правее, тем неприятнее все это становится, да, окрашиваются в коричневые такие оттенки. Монархическая партия, она будет справа тоже. Монархическая? Да. Монархическая партия, наверное, справа. А за что она выступает, монархическая? За восстановление монархии? А если во время монархии? Вместе с феодалами? Она по форме будет. Она реакционно построена, по сути своей, то есть монархия. Самый крупный капитал владеет, сохранить сейчас. Ну, дело в том, что у нас крупных землевладельцев нету, да. Есть страны, где крупные землевладельцы остались, несмотря на все развитие капитализма. Например, в Великобритании. Да? Лендлорды до сих пор присутствуют. Но вот то, что касается монархистов, ну, наверное, всерьез говорить о восстановлении монархии не приходится, потому что монархия – это феодальный способ правления, организации государства, да, при феодализме. Наверное, поэтому для того, чтобы восстановить монархию, нужно восстановить все остальное. Но монарха можно, роль, так сказать, ввести вот не монархию, скажем так, а монарха. Монарха можно. Это ну, будет справа. Это будет справа, это будет, ну, конечно, это будет не слева, да. Есть, конечно, книга «Красный монарх», но это не совсем то, скажем так. Судя по дискуссии, которая сейчас идет, то за монархию вообще выступает очень как бы много людей. Здесь, понимаете, здесь другой немножко аспект. За монархию, не за монархию выступает. Это попытки архаизации, скажем так, да, то есть нас пытаются вернуть, на самом деле, в докапиталистический период, потому что, ну, или, скажем так, в период раннего капитализма, когда самые дикие формы эксплуатации наблюдались. Да, ну, давайте вернемся все-таки к левому краю, пожалуйста. Что происходит на левом крае, на левом фланге? В крайнем положении находятся и анархисты, и коммунисты. Просто это две тоже диаметрально противоположные идеи, анархисты, соответственно. Если они диаметрально противоположны, как они могут на одном краю находиться? И на одном краю, и диаметрально противоположны, раз уж мы рассматриваем как бы по одной оси, но они действительно находятся вот в одном крайнем левом положении, просто у них различаются там конкретно вот идея об организации и анархисты, соответственно, дезорганизации. То есть анархисты действуют дезорганизованно, индивидуально, а коммунисты действуют в коммуне, то есть делают общее дело и организуются для того, чтобы построить свое новое общество. В принципе. Так, хорошо. Нет, я хочу. Пожалуйста, выходите, выступите по этому вопросу. Сейчас прозвучало мнение, что анархисты и коммунисты, они, в общем, хотят одного и того же, только
Что нет? Ну как они нет? Они находятся в крайнем левом положении. Добрый вечер, Алексей. В крайнем левом положении? Мое мнение, что анархистов нельзя отнести к левой части. Их больше можно сказать, что своеобразные либералы, потому что их разница была только одна, что да, анархия – мать порядка, что не должно быть понятия государства, что полная свобода всего. Примерно самое то же самое, что есть и у либералов. Вот и все. Как бы. Я считаю, что как раз анархистов можно относить как бы, к правой стороне. А как раз именно, если мы берем геометрический спектр, все-таки, если считаем, что основная истинная доктрина – это диктатура пролетариата, да, то это самый крайний левый – это будет, конечно, коммунистическая партия, которая одна. Вот в этом спектре все. Согласен. Есть возражения к этому? Спасибо. Вот сейчас можем значит, совершенно так, а вы же уже выступили. А вы хотите отстоять свою позицию? Да, да. Хорошо. Анархистов нельзя отнести ни к либералам, ни к коммунистам, ни к фашистам, ни к кому-то еще. Они просто выступают за свое личное, индивидуальное какое-то видение мира и индивидуально действуют. То есть это тот же белый шум, но он находится единственное в крайнем левом положении, потому что мы рассматриваем в государстве эту систему, а они борются за деструкцию государства. То есть они не хотят никакого государства, не хотят никакой системы. То есть вы хотите сказать, что слева находятся те, кто против государства, что ли? Ну, коммунисты как бы хотят построить... Хотят построить бесклассовое общество. И, в котором государство отомрет. Да. Само потом. Простите, это несколько иная... Да, я согласен. Здесь просто сложно оценивать именно в одной какой-то шкале. Вот, ну, можно по факту, оценивать. По факту они находятся. Вы готовы оценить в одной шкале? Хорошо. И коммунисты, и анархокоммунисты, анархисты, все выступают с левой стороны спектра, потому что все они и те, и другие за отмену частной собственности. Разница только в том, что коммунисты за отмену частной собственности, но при этом сохранением государства, а анархисты наоборот за разрушение государства и ту же самую отмену частной собственности. Тут еще нужно вспомнить, что... Я не закончил. Тут еще нужно вспомнить, что развитие человечества начиналось с первобытного общинного строя, который был коммунистическим, когда частной собственности не было как таковой. И тут ни в коем случае нельзя путать понятие частной собственности, которое относится к средствам производства, с личным имуществом, когда имеется в виду там, дубина, в которой я пошел и... там прибил какого-нибудь там брентозавра. Так, мы углубились, мы ушли вглубь веков, товарищи. Значит, такими темпами мы не дойдем до коммунизма. Потому что очень далеко. Значит, я вашу позицию понял. Ну, давайте мы не будем углубляться в первобытный общинный коммунизм, а все-таки вспомним о том, что у нас общество классовое, да? Значит, в обществе есть классы, есть класс... В буржуазии есть класс рабочий. Соответственно, буржуазия заинтересована в сохранении классов. Рабочий класс заинтересован в том, чтобы уничтожить классы. В том, чтобы общество было бесклассовое. Да? Потому что пока сохраняются классы, сохраняется эксплуатация. Даже один класс, если сохраняется один класс, рабочий класс, все равно сохраняются элементы эксплуатации человека человеком. Потому что если какая-то группа людей отличается по своему положению в производстве, да, по отношению к собственности, ну, по отношению к собственности уже не будет отличий при коммунизме в первой фазе, но по отношению к по положению в производстве, по распределению, прежде всего, свободного времени общества. Вот в этом пока сохраняется классовая разница, это все равно... эксплуатация человека человеком. Поэтому рабочий класс имеет своим коренным интересом полное уничтожение классов. Соответственно, пока есть классы, нет свободы. Когда будет свобода, не будет классов. Анархисты говорят о том, что мы дадим свободу, ну, разрушив государство, но разрушение государства, оно не уничтожает классы. Классы уничтожаются. Каким образом? С отмиранием государства, совершенно верно. Отмирание государства происходит не само по себе.
Для того, чтобы государство начало отмирать, оно должно в первую очередь быть государством одного класса, государством диктатуры пролетариата. Без диктатуры пролетариата классы не отомрут. Значит, соответственно, если вы, коммунисты, выступают за диктатуру пролетариата, они выступают за отмену в конечном итоге государства, да, и за уничтожение класса. А вот если выступать против диктатуры пролетариата, как на самом деле выступают анархисты. Ну, что, о чем они говорят? Они против, да, мы против диктатуры буржуазии, против диктатуры пролетариата. На деле невозможно, или у Ленина постоянно это встречаем, да, третьего не дано. Или диктатура буржуазии, или диктатура пролетариата. Соответственно, если вы против диктатуры пролетариата, хотите вы этого, не хотите, как бы вы ни провозглашали, вы поддерживаете диктатуру буржуазии. Соответственно, анархисты действительно, они находятся не левее коммунистов и находятся в правой части спектра, потому что по факту они поддерживают диктатуру буржуазии. Тогда у меня вопрос возникает по поводу этого всего спектра. Если у нас, с одной стороны, диктатура пролетариата, мы берем ось, с другой стороны, диктатура буржуазии, соответственно, да, где-то посередине находятся те, кто выступают за баланс диктатуры пролетариата и буржуазии. Это как? Вот я баланс... про это я как раз и говорю, что это именно так и звучит. Нет, это... Поэтому, в принципе, я бы скорее анархистов помещал в этом случае налево. Центр находятся те, кто... Сохранение совершенно верно. В центре находятся те, всегда находятся те, кто, кто выступает за сохранение существующего статус-кво. Значит, существующий статус-кво сейчас – это диктатура буржуазии. Поэтому это партии буржуазные. Значит, мы определились со спектром, да, где находится коммунистическая партия. У нас остается совсем мало времени. Я думаю, что сколько может быть коммунистических партий вытекает из ее положения. Да? Не всегда правильно, скажем так, трактуется, почему коммунистическая партия одна. Кто-то может кратко ответить на этот вопрос? Два слова. Нет, но вы уже много выступали. Нет, в смысле двух достаточно. А, двух достаточно. Потому что она либо представляет класс, либо нет. В принципе, да. Потому что интересы рабочего класса едины, да, в отличие от класса буржуазии. Основной коренной интерес рабочего класса – это то, о чем мы говорили сейчас. Да, это уничтожение классов вообще. Соответственно, партия, которая выступает за уничтожение классов – это одна партия, и она коммунистическая. Ну и седьмой вопрос. Какова главная программная цель коммунистической партии? Три слова. Ну, этого недостаточно, понимаете? Вот опять-таки в ответах на вопросы заочников столкнулся с тем, что люди выхватывают, скажем так, части из основного программного требования. Диктатура пролетариата сама по себе. То есть тогда можно это выглядит так, как нас представляют порой, так сказать, буржуазные. Да, вот. К чему стремиться? А вот захватить и осуществлять диктатуру. Ради чего осуществляется диктатура пролетариата? Ради всестороннего обеспечения. Так, давайте не все сразу. Кто-нибудь один, выйдите, пожалуйста, и на камеру четко, ясно скажите, какова основная программная цель коммунистической партии. И все молчат. Пожалуйста. Построение бесклассового общества. Ну, это достаточно емко. Краткая сестра таланта, да. Ну, все, о чем мы говорили, это и есть основной программный требование. Да? То есть через... Если мы возьмем... Есть формулировка. Есть формулировка, да, но... Смотрите, эта формулировка, она на самом деле собирается из нескольких источников. Кто помнит формулировку в манифесте? Как она звучит? В манифесте. Значит, полное обеспечение? Нет, манифест.
программа какая? Значит, формирование пролетариата в класс, да? Дальше. Низвержение буржуазии, господство, правильно. И заключение полного благосостояния и свободы политической власти. Завоевание политической власти. Вот это первое, это на этапе капитализма. На этапе капитализма, значит, поэтому, когда отвечают на вопрос, что не может быть коммунистической партии, да, при капитализме, и нет места, тогда встает вопрос, как пролетариат может завоевать власть, если он не может при капитализме создать свою партию. Значит, первый этап, это то, что нашло отражение в манифесте, это формирование пролетариата в класс. Ну, можно добавить в класс для себя, да, из класса в себе. Он превращается в класс для себя. Неспровержение господства буржуазии и завоевание политической власти. Дальше, что делает пролетариат, завоевав политическую власть? Осуществляет свою диктатуру. Нет, а что делает дальше? Низвергает. Ну, уже низвергнул уже господство буржуазии. Вот он уже занимает политической властью, обладает государством. Что должен сделать пролетариат? Нет, подожди. Строит общество, управляет. Уничтожает частную собственность. Вот, значит, уничтожение частной собственности — это что? Это обобществление средств производства. Следующий шаг к формированию бесклассового общества — это обобществление средств производства. Дальше что? На основе обобществленных средств производства что происходит? Идет повышение производительности труда. И мы это видели на примере Советской России, да, и Советского Союза. Значит, повышение производительности труда приводит к чему? Что мы добиваемся в итоге? Достижение полного благосостояния и свободного всестороннего развития каждого члена общества. Вот, это цель, программная цель коммунистической партии. Ну, а реализация этого идет, если говорить о свободном всестороннем развитии и об уничтожении класса, идет прежде всего через повышение свободного времени каждого члена общества. Потому что самое, больше помимо... Стоимость не производится, да, при социализме, при коммунистическом способе производства, мы знаем. Но помимо стоимости, рабочий класс производит свободное время общества. Вот мы сейчас находимся в свободном времени общества и можем заниматься в том числе в Красном университете благодаря тому, что это свободное время производит рабочий, работающий в производственной сфере. Вот это свободное время при коммунизме должно быть обращено на его пользу. И именно таким образом идет уничтожение классов за счет сокращения времени рабочего и повышения свободного времени для каждого члена общества. В этом залог уничтожения классов. Ну и на этой ноте я хочу закончить сегодняшнее занятие. Я думаю, что оно получилось достаточно интересным. Еще раз хочу обратиться к заочникам. Не волнуйтесь, все ваши ответы будут проверены, комментарии высланы, оценки проставлены. Благодарю за внимание. Спасибо.